Продолжение следует...
спаси, Боже, душу нашу. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй наша. Святый, посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Как он мне надоит, я тебе. А закинь, слава Отечеству. Отдай. Шапки, да, вы? Казаки, казачки, миру. Спасибо. Сам Нет, не дали. Владыки приехали, владыки Венесуэлы, владыки Венесуэлы. Виктор, дай еще цели дали. Привет, Андрюх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Христо Твое.
освятим храме сем, и с верою благоговением, и страхом Божиим ходящих вон, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашей, и о Господине Преосвященнейшем Епископе Иоанне, честнем пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем Христе и людях, Господу помолимся. О Богу хранимый, в стране нашей России и спасение ея, о народе властив и воинстве ея, Господу помолимся. О граде сем, святом граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Благотворение его слухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, гневных и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Спасение, и жизнь, и 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 спасение
Thank you.
Святого Евангелия.
рече Господь своим ученикам: «Вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца кто знает, токмо Сын, и Ему же аще будет Сын открытый. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко. Yeah.
Примите оглашение и сидите. Оглашение сидите. Заслужи спасибо, милый, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аллилуйя.
Господень, братья, кто выходит, вот так все, кто не скажет, Благо Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, и Господина Преосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Паласовского, Преосвященные, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина нашего Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский и иноческий чин, весь причет церковный, ктитора святого храма сего раба Божия Андрея, строители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство Твое, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно. Исполни мое
молитву нашу, Господи. Сияща Боги, Слою Отца.
страхом, помним святое возношение в мире приносить. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Сердца благодарим Господа. Yeah.
и молим, и милися теем, и спасли Духа Твоего святаго на ныне и на принадлежащие к нами сия. И сотвори хлеб сей, честное тело Христа Твоего. Истины. Помяни, Господи,
и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, Его же даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долготерствующа, право правища, слово Твое я истины. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Святая, святый. Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сегодня вспоминаем с вами память святаго, благоверного великого князя Александра Невского на многострадальной земле, которая полита кровью многих поколений. Александр Невский является особым святым предстателем, потому что не раз своими стопами он эту землю исходил и бывал не раз здесь, именно на нашей земле, там, где сейчас Царев. Прежний был город Златоордынской столицы Сарай-Берке. Это не на территории нашей Волгоградской области, за Волгой в ту сторону. И в 1261 году святой благоверный князь Александр Невский основал здесь епархию, Сарскую и Подонскую. Территория этой епархии, она доходила до Московской области настоящей. К ней еще была присоединена Переславская земля. И таким образом пределы епархии Сарайской и Подонской были огромны, но еще были полномочия у епископа Сарайского особенные. Он имел право выезжать, мирять между собой князей, примирять князей и ограждать от всякой междоусобной брани.
это заслуга святого благоверного князя Александра Невского. Мы с вами помним, как в 2008 году святой благоверный князь был избран большинством голосов как имя России. Это путь России. Это тот курс, который был указан некогда святым благоверным князем Александром, сохранение своей национальной, религиозной, культурной идентичности, осознание себя русским человеком, исповедующих православную веру, сохраняющих свою культуру. И вот эта связь времен грядущая от Александра Невского и уходящая вглубь времен, она в единой связи пришла и к нашему времени. И мы с вами, вот как на древе, тоже имеем какую-то причастность к этому древу историю. Тоже несем какой-то плод, или плод благой и добрый, или плод гнилой. Мы сегодня с вами слышали послание к Галатам святого апостола Павла, чтение. Братья, плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, то есть они живут по благодати. Все Христовы, которые плоть свою распяли со страстями и похотьми. И поэтому апостол Павел призывает: не будем тщеславны, друг друга раздражающие, друг друга завидящие. Братья, если впадет человек в каковое согрешение, вы, духовные, исправляйте таковаго духом кротости. Смотрите, следите каждый за собой, чтобы и ты искушен не был. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. И вот святой апостол научает нас, что такое подлинный плод. И мы с вами в истории жизни церкви тоже какой-то плод. Дай Бог, чтобы он плод нашей души всегда был зрелый, сочный, благоухающий. И чтобы наше сердце было алтарем и местом служения Богу. И вот в сегодняшний день мы в историю обращаем свой взор к памяти Александра Невского, заступника земли российской, величайшего полководца, богомудрого политика. Но и в то же самое время он принес и плод своего христианского делания. В монашестве, в схиме его было имя Алексий. Схимонах Алексий. И до Петра I служба ему в храмах совершалась как преподобному, как схимонаху. И иконы изображались его в схимнической одежде. А Петр I изменил несколько траекторий почитания и, как бы укрепляя власть княжескую, царскую, он повелел, чтобы его почитали и как благоверного князя Александра Невского. В нем сочеталось, как в обработанном алмазе-бриллианте, все духовные качества, когда бриллиант переливается на свете, так и личность святого благоверного князя Александра Невского. Святой пророк Божий Иезекииль так вещает своим соплеменникам, евреям: как только вы увлекетесь чужеземным бесием и будете приносить жертвы на своей территории, на своей земле чужим богам, тотчас придут чуждые вам племена язычников, и вы будете приносить в рабском состоянии в чужой земле жертву чужому богу. И как только курс нашей страны, политики внутренней и внешней, сбивается с курса Александра Невского,
точно так же сбываются на нас слова пророка Иеремии. Вы помните в истории, когда чужегисье французское овладело умами русских людей. Русские забыли свою культуру, свою религию, свой народ. Что случилось? Тот же пришел Наполеон с 500 тысячами воин. И что мы помним из истории, а эти просветители, как варвары, прошли по нашей стране, разрушая наши святыни. Это в начало 19 века, как только наши умы просвещенные заинтересовались немецкой философией безбожной, Карл Маркс и все прочие остальные. Тут же происходит с нами следующее страшное событие. Первая мировая война, она не образумила нас. Следом Вторая мировая война. И вот мы видим, как только мы сбиваемся с того курса божественного провидения, которым определил Господь в нашей стране быть, а это выразилось в жизни святого благоверного Александра Невского. И мы молимся, обращаемся к Нему, чтобы Он всегда был защитником и заступником страны нашей православной, предстателем пред престолом Божиим и ходатаем за нас, чтобы мы были верные Его дети здесь на земле и в жизни Царствия Небесного, сподобились вместе воспевать Троицу Пресвятую, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Приступите. Верую, Господи, и исповедую. Верую, Господи, и исповедую. Яко ты еси воистину Христос. Яко ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришеды в мир грешные спасти. Пришеды в мир грешные спасти. От них же первый есть аз. От них же первый есть аз. Еще верую. Еще верую. Яко сие самое пречистое тело Твое. Яко сие самое пречистое тело Твое. Сия самая есть честная кровь Твоя. И сия самая есть честная кровь Твоя. Молюся, убо Тебе, помилуй мя. Молюся, убо Тебе, помилуй мя. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно причаститеся. Исподоби мя неосужденно причаститеся. Пречистых твоих таинств. Пречистых твоих таинств. Во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей я тайное днесь. Вечере Твоей я тайное днесь. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Не по врагам Твоим тайну повем. Не по врагам Твоим тайну повем. Не лобзание Ти дам, яко Иуда. Не лобзание Ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую тебя. Но яко разбойник исповедую тебя. Помяни имя Господи во Царствии Твоем. Помяни имя Господи во Царствии.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение. Пречистых твоих таинств, Господи. Пречистых твоих таинств, Господи. Чтобы исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться тело и кровь. Thank you.
благослови достояние Твое. И господине преосвященнейшем епископе Елисее, и господине преосвященнейшем епископе Иоанне, и все во Христе, брати наши. Еще молимся за всю братию и вся православные христиане. Слышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, несущих в море далече, и милостиве, милостив буди, Владыко, о грязях наших, и помилуй ны, милостив Бо, и человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
Благословение Господне на вас, того благодатью, человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веку. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всех важных апостол, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святаго благоверного великого князя Александра Невского, святителя Александра, святителя Иоанна, святителя Павла Нового, патриархов Константинопольских, преподобного Александра Свирского, святого благоверного князя Даниила Московского, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фонтина Чудотворца в Солуне, святителей сербских Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов Иоанникия, Тарага, Ефрема Тарага, Спиридона, Макария, Гавриила I, патриархов и Григория, епископа, священномученика Петра, пресвитера, священномученика Аполлинария, священномученика Павла, пресвитера и преподобномученицы Елизаветы и мученика Феодора, преподобного мученика Игнатия, святителя Петра, исповедника Николая, священномученика, в Верхнем Гнутове, святых и праведных Богоотец, святые Анны и всех святых, помилует и спасет нас, я бы благ, человеку любим. Божественную литургию в этом строящемся храме святого благоверного князя Александра Невского. Об этом строительстве этого храма много говорилось и много мечталось. Но вот наступил момент, когда в черне, можно сказать, он построен. Теперь мы видим, что наши молитвы Господу были услышаны, и у нас теперь есть начало строительства, уже самое строительство частично храма святого благоверного князя Александра Невского. Вы знаете, трагична была история этого праздника. Властями
тогдашними храм был разрушен. Долгое время мы прозябали в тоске. Только что не в унынии, мечтая о том, как бы нам восстановить Александро-Невский соборный храм в нашем светлом, великом граде. Ну вот, эта мечта силой Божией любви явилась в действии, и сегодня мы первый раз совершили таинство Божественной Литургии, Евхаристии в этом святом храме, и многие из вас причастились в нем святых Христовых тайн. И теперь у нас уже появляется ощутимая надежда на то, что храм будет восстановлен, что здесь будут совершаться богослужения. Но это, видите, это только вот нижняя часть нашего храма. А предстоит еще много построить, чтобы он был большой, высокий, красивый, каким был он прежде, до злодейского его разрушение безбожниками. Пусть Господь их простит за это, а за наше терпение пусть Господь нам поможет довести до конца это дело, и чтобы святой храм благоверного князя Александра Невского снова засиял своими куполами на нашей многострадальной Волгоградской земле, в нашем многострадальном граде. И во внимание к трудам тех, кто начал это восстановление Александра Невского храма. Николая Петровича Токарева, третьих, Дмитрий Степанович Стержнев, Александр Владимирович Назаров, Александр Геннадьевич Потапов. Александр Владимирович Лазарев и Сергей Петрович Рогачев. Вот этим, значит, наиболее проявившим себя в деле восстановления Александра Невского соборного храма в Волгограде людей, мы отметили, во-первых, благословенными грамотами, потом будем после окончания всего строительства и отделки храма будем их награждать патриаршими орденами. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Для нас, жителей нашего многострадального Волгограда, очень важно будет пережить сегодняшний момент богослужения в начавшем восстанавливаться соборном храме нашего града. Ну, вы видите, большой получился соборный храм.
Так что ходите молиться Богу, не ленитесь. Водите своих детей и внуков сюда. Но пока что, конечно, это только уникальное, единственное богослужение произошло. А через какое-то время, я не знаю, может быть, года не пройдет, так он будет уже приспособлен и благоукрашен для настоящего богослужения. Чем я желаю нам с вами и наслаждаться, и днесь, и присно, и вовеки, пока мы живы и здоровы, в нашем великом граде. Аминь. Божия вам любовь, милость, счастье от Господа. Прикладывайтесь к иконе Александра Невского, поблагодарите его, каждый от себя тоже, за то, что у нас такой первый хотя бы успех появился. Для того, чтобы Господь видел нашу ему благодарность, помог бы нам это дело завершить. Спасибо.
Осторожно. Ты чуть не упали. Я чуть не упал. Вы же тоже живые. Владыка, ну что, Герман? Герман, стойте. Герман. Мы же не на место стоим. Ну, давайте сразу садим остаться. Ну, нас тут надо стоять. По заповедям. По заповедям. Сторонку отдайте. Давайте закрывайте. Я
Ой, мать моя, ненаглядная. С праздником, с таким замечательным. Первый послужение. Что ли еще будет? Да. Да, слава Богу. Сегодня очень важный день в нашем городе. Мы впервые в еще строящемся, восстанавливаемом соборном храме святого Александра Невского совершили божественную литургию. И это стало возможным, и вообще еще же будет длиться восстановление. Это не так просто. Храм громадный, нужны средства, нужны силы, нужны добрые люди. И главное, чтобы все молились, и его скоро восстановят. Будете молиться, все будет очень хорошо, быстро, и душ спаситель. Мир вам, Божий вам. Мир вам, Божий вам. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. У нас с милиционером. Да? Мы за Киев. Камера подняли. Ладно. За Киев. Вот я и хочу. Я прошу благословения на молитвенное стояние возле Петра и Григория. Воскресенье в 14 часов. Всероссийское молитвенное стояние возле непосредственно возле Бога, рядом с храмом. Царская кладка. Великолепно. Дождемся, построиться. Казачий театр. Теперь уж чего? Начал. Подымем. Выйдем сами. Теперь люди видят, что они болтают. Что делаем? Тебе лица нет? Казачка. Благослови, Владимир. Кто? В этот знаменательный день, это поистине грандиозное событие в деле возрождения нашего города, возрождается новый храм святого праведного князя Александра Невского, символа царского Царицына. Я думаю, что вот этот день, он очень важен для всех горожан без исключения, так как, возрождая культуру, возрождая духовность в нашей жизни, мы будем возрождать наш город и дальше во всех остальных смыслах. И хочется, конечно, это очень такое значимое событие, духовный подъем и радость, что наконец-то такое событие у нас все-таки совершилось. Тем более в дни празднования Дня города, нашего очень славного, такого
многострадального, как сказал владыка Герман сегодня в своем приветственном слове, что нашему городу многострадальному, политому множеству крови, этот собор очень нужен. И это доказывает тем, что даже сегодня, в будничный день, храм был, собор был полон. Было, и что очень радует, что было очень много семей полностью с детьми, пришли специально, вырвали время, выкроили время в своем рабочем графике, отложив повседневную суету, пришли сегодня в храм поучаствовать в таком знаменательном событии. Только вот осенью 2016 года мы присутствовали здесь на знаменательном событии закладка памятного камня в основании этого собора. И вот спустя практически год, чуть меньше года, мы снова здесь, только уже присутствуем не на закладке камня, а уже присутствуем на первой в истории литургии в этом храме. Конечно, внутренние ощущения, очень такой душевный подъем, и, конечно, это радость, которую хочется поделиться со всеми.